Хай-хай-хай, друзья! Это обзор промок 4 серии 3 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов». Судя по синопсису к следующему эпизоду, в котором говорится, что таинственный персонаж ищет цель и начнет борьбу за важный ресурс во время апокалипсиса, можно с большой вероятностью сказать, что следующая серия по большей части будет посвящена Даниэлю. И посмотрев сам трейлер к эпизоду, можно предположить, что в этой серии нам покажут весь его путь, начиная от якобы его смерти и заканчивая встречей со Стрэндом. И я думаю, что важный ресурс во время апокалипсиса, который имеет в виду в описании, это вода, так как именно она, скорее всего, и соединила его вместе с Данте, ведь, как мы помним из прошлой серии, он использует ее как валюту, меняя на вещи. Если эта серия действительно будет посвящена в основе лишь Даниэлю, вполне можно будет провести какие-либо параллели с тем же, например, Морганом, ведь, как я знаю, он также в один момент сошел с ума, да и отдельный эпизод ему также посвящали, и посмотрев Стива и наткнувшись на этого парня, у меня сложилось впечатление, что Даниэль также найдет своего сенсея. В промо, кстати, был момент, где он, стоя с этим незнакомцем, наблюдал за тем, как второй в прямом смысле вбивает в голову гвоздь ходячему. И кстати, он уже и мелькал в промок третьей серии, момент которой, скорее всего, был адресован как раз таки в эпизод 4. У меня также есть довольно примитивная догадка, почему же серия называется 100. Возможно, именно столько дней прошло с начала момента эпидемии, о чем в эпизоде вполне могут упомянуть. Либо же оно имеет более глубокое значение, о чем мы уже узнаем в самой серии. Начало промо начинается с кадров, которые присутствуют в одном из сникпиков к серии. В нем Даниэль, выбравшись, судя по всему, из огня, в полном непонимании замечает группку мертвецов, которые надвигаются в его сторону. И он, дабы избежать встречи с ними, решает замереть возле кабины грузовика. Но один мертвец все-таки его замечает. И после, попробовав залезть под машину, чтобы убежать от ходячего, у него это почти выходит, но мертвец его хватает за раненую и без этого ногу. Я думаю, что в этот момент ему поможет как раз таки тот незнакомец с битой, по крайней мере данное появление было бы в тему. На втором сникпике нам показывают момент, на котором кончилась третья серия. В нем Салазар начинает расспрашивать Виктора об Офелии, и он, не зная вообще никакой информации, говорит, что она жива. Далее, скорее всего, Даниэлю кто-то помешает, либо же он ему не поверит, так как в моменте из промо он уходит, и Стрэнд кричит ему в спину «Ты знаешь меня». Но, так как я вначале вставил предупреждение о спойлерах, считаю, что имею полное право показать вам вот этот кадр из другого промо, на котором можно разглядеть Стрэнда и размытого Даниэля. Скорее всего, они все-таки уедут, конечно же, если позволит ситуация. Был момент, где к Даниэлю пристал какой-то мексиканец, и тот захотел забрать его еду. Салазар не дал себя в обиду и пробил ему руку вилкой, за что второй наставил на него пистолет. Я сильно сомневаюсь, что в него будут стрелять, так как, судя по фону, забегаловка заполнена. Скорее всего, это столовая база Данте, так как мы все видели, что у него есть свой персонал, и возможно Даниэль занимает роль какого-то, например, уборщика, что можно понять по тем же стилам, либо же последнему моменту в промо, когда он добивал мертвеца. Думаю, как раз таки в этот момент войдет Данте, и конечно же, если у него есть правила, чуваку с пистолетом придется объясняться за свое поведение. Это лишь мой возможный сценарий, и очень маловероятно, что будет все именно так. Следующий момент, где неизвестный из всех возможных инструментов берет молоток, а после ударяет заложника кулаком. У меня есть два подтверждения, почему это был Даниэль. Во-первых, обратите внимание на руки, они выглядят старыми, что определенно с большей вероятностью может указывать лишь на него. Ну и второй момент – это пытки. Вспомните Даниэля в первых двух сезонах и его любовь пытать. Я думаю, что в этой серии мы увидим того же, хладнокровного Салазара. Еще мне интересно, что натворил этот мужик. Ведь, как мы знаем, Даниэль просто так никого не мучает. Промо также был момент с то ли ходячим, то ли человеком, который злостно прохрипел на камеру. Для мертвеца зрачки мне показались уж слишком здоровыми, но и для человека поведение очень странное. В один момент Даниэль ударил его веслом, и по этому индивиду было видно, что он ведет себя как просто мешок ходячего мяса, которое не думая шло на удар, поэтому я все же ожидаю, что этот амбал уже превращенный. Второй раз в промо нам показали Стрэнда, и судя по его выражению лица и словам «Господи», он наблюдал за тем, как скидывают очередного человека, который, вероятно, чем-то навредил Данте. Правда, странно, почему Стрэнд стоит в очереди, неужели его вновь попытаются скинуть? Я сильно сомневаюсь, возможно, Даниэль этому помешает, ведь в стилах на этой же платформе стоит и он, который вроде как в промо помогает Данте.
И обратите еще внимание на фон. Рядом со Стрэндом стоит тот человек, которого пытал Салазар. Возможно, Данте его не скинет, и Даниэль попробует его убить с помощью своих пыток. Скорее всего, именно к нему у него есть личная неприязнь, которую в серии нам должны разъяснить. Больше интересных кадров не было, но под конец нам показывают этого таинственного велосипедиста, который так смачно орудовал битой, чье лицо я уже показывал в начале этого видео. И уже точно можно сказать, что это абсолютно новый персонаж, а не оживший, например, Трэвис. Поэтому он теперь не такая уж и загадка. Ладно, вроде я высказал все, что хотел. На этом у меня все. Вы можете подписаться на канал или вступить в группу ВКонтакте. А также не забывайте про колокольчик возле кнопки подписаться. Всем спасибо за просмотр, и да пребудет с вами сила великого Нигана. До скорых встреч!